Уважаемые ветераны советской пожарной охраны, вы немало потратили силы и энергии на сохранение тех ценностей, которые находятся на территории нашей области. Вы стояли у истоков развития пожарной охраны области. Примите наши самые искренние поздравления с данным праздником. Ждем вас на торжественном мероприятии, посвященном пожарной охране, 29 числа на филармонии в 11 часов.